Amore. Привет, мальчишки. Мы, оказывается, соседи. Да. Мы тут живем тоже рядышком. И тоже... приходите играться. У нас есть самокаты. У вас тоже есть самокаты? Да. Есть. Есть самокаты. Не велосипед. Ну, они не сильно ездят. Ну, да, да, у нас тоже они стоят. И мы как что-то поиграться. Больше самокаты. Да, да. Больше телефоны, компьютеры. Ага. Это мы тоже. У нас тоже сидит, да? Сидят, туману выторговывают. Час, два. Да, час-два. Целый день не оторвешь. Да, я пытаюсь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но иногда не могу. На улицу не хотят выходить. Хотят, а если где-то компьютер? Ну, на дзюдо. Дзюдо занимается. Да, здесь где-то на шпице? Да, здесь, да. Здесь есть все. Расспросить. Ну, если что, вот завтра мы идем на тренировку туда, вот, если что, я узнаю, вот, а сколько... 8, Егору, ему 8, а следующему 12. 12, 8 и 12. Хорошо. А как там на дзюдо? Это же по-немецки тоже надо, как ты понимаешь? Борется все, так, тренируется. Так, бьют, да? Не говорят. Нет, так зачем говорить, там просто... показывают, как это делать, и там делаешь, и все. А, ну отлично. Ага. И рядышком где-то, да? Угу. А вас взяли бесплатно туда, или вы платите? Пока бесплатно. Пока бесплатно. Мы сейчас вас проводим, а потом спустимся. Женя, проводим. Проводим Егорку, посмотрим только один раз. Да, один раз, конечно. Мы иногда ходим там. Да, смотри, нормально. Есть. На козёлку прямо? А я видела только медянки такие, туда пока по лестнице поднимешься, все ноги сломаешь. Ничего себе. Не трогали его, все. Пока туда по лестнице поднимешься, ноги все сломаешь. Ну да. Как в зоопарке. Все зоопарк там еле пришли домой. Ой, там такой классный зоопарк. Ходили долго, почти целый день. Мы два раза ходили. Очень тяжело. Третий раз не захотели. Меня застроил там только аллигатор. Там аллигатор какой-то маленький. Маленький, да. А я его не помню. Мне там очень обезьянки понравились. Да, самое интересное, вот эти черные мандрахи, которые прыгают. Это орангутанги? Да. Так, в Германию всегда. Да, все.